Стражи порядка продолжают пресекать незаконный вылов водных биологических ресурсов на реке Печора. Так, в минувшую субботу, 20 июля, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе рейдовых мероприятий были выявлены два жителя региона, осуществлявших вылов рыбы ставной сетью без соответствующей лицензии. С места происшествия изъяты орудия незаконного вылова, сети, лодка, а также сами водные биологические ресурсы, добытые незаконным путем, в количестве 10 экземпляров рыбы различного вида, в том числе семга в количестве 8 штук. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Напомню, за незаконную добычу, вылов водных биологических ресурсов предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от 2 до 3 лет.